сейчас, под ваши аплодисменты, Тулга, Монголия. Привет, Россия! Меня зовут Тулга, я из Монголии. Я цирковой силач. Можете звать меня мистер Силач или Тулга из Титана. Я приехал сюда удивлять. Я прямой потомок Чингисхана, я этим очень горжусь. Его кровь течет и в моих жилах, что придает мне еще больше силы. Мое шоу уникально. В мире очень мало таких же сильных людей, как я. Поэтому я люблю вызов, испытывать себя на прочность. Поэтому я использую очень тяжелые предметы. Я жонглирую бревнами, гирями, мячами для боулинга, огромными автомобильными шинами. Могу поднять бочки с водой зубами. Зрители приходят в восторг от моих выступлений. Сегодня я покажу вам свое лучшее выступление. Такого вы еще не видели. Вам обязательно понравится. Ой, алтайдың ішінде. Мен сағынамын ғой,
И такая улыбка при таком весе бревна. Я тоже думаю, где такие зубы взять, а? А ну, у меня очень хорошие зубы. Да, конечно же. Меня все спрашивают, а с зубами у тебя все нормально? Нужно есть здоровую пищу, употреблять нужно молочные продукты. А в моей стране молочных продуктов действительно очень много. Благодаря этому ваши зубы будут сильными. Скажите, во время вашего выступления, какой был сегодня максимальный вес, который вы подняли? Я поднял первый шест 5 метров в длину, примерно 50 килограммов. Второй 6 метров в длину, примерно 65 килограммов. Я точно не знаю. Николай, как вам? Какие впечатления? Здорово. Вы знаете, в чем проблема этого бревна? Малейшее неправильное движение, и оно просто упадет. Там нужна техника. Плюс гимнастика, тяжелая атлетика, сумасшедшее чувство баланса. Все одновременно. Как вы это держали? Я не представляю себе. Что скажет Джефф Монсон? Я помню, до того, как я начал заниматься борьбой, что стало моей первой любовью, я наблюдал за монгольской борьбой на канале Discovery. И я думал, что хочу тоже этим заниматься. И мне очень понравилась хореография вашего номера. И танцы, и сила. Все было прекрасно. Очень приятно смотреть. Большое спасибо за то, что вы привнесли вашу культуру в этот номер. Огромное спасибо. Я ценю это. Мария, впечатлил вас Тулга? Очень. Очень. Такой гимн мужского начала. Ну, просто необыкновенно. Мне очень понравилось. Браво. Спасибо, Мария. Спасибо большое. Тулга, как на монгольском звучит название нашей программы? Лига удивительных людей. Кайхамшихте хумус. Продолжается. И мы на сцену зовем Марину Кигилеву и Дмитрия Губерниева. Вот так идти за руку с Мариной. Именно Марину воспевал в стихах своих великий русский поэт Некрасов. Это потрясающе. Но улыбки в сторону, уважаемые друзья. Сейчас очень серьезная история, серьезная работа у нашего жюри. И Николай Валуев. С точки зрения сложности, хореографии, всего прочего, номер, в котором выступал Туга, мне, во-первых, очень понравился. Это правда. Но я помню, как меня катали на бронированной машине. Где я еще покатаюсь? Отдам свой голос Марине. Спасибо. Спасибо. Что скажет Джефф Монсон? Я думаю, что у нас есть очень красивое выступление. Тулга. Но здесь 11 тонн. Я считаю, что это мировой рекорд. Я просто увидел мировой рекорд. За Марину, Джефф. Марина. Так, 2-0. Впереди Марина и команда России. Вилли Хаапасало, кто вам больше понравился? Понравились они оба. И опять вот ситуация такая вот сложная. Ну а что делать? Выбирай. Хорошо. Тулга. Да. Итак, 2-1. И Мария Аронова завершает наше голосование. Марина! Что не может женщина тащить 11 тонн. Это невозможно. Она с другой планеты. Я за инопланетянку. Межгалактический спасибо. Проект, спасибо. Друзья. Еще раз огромное спасибо, Тулга. Спасибо, успехов. Но вы знаете, я хочу сказать, что в споре инопланетян победила абсолютно земная русская женщина. Это Лига удивительных людей на телеканале мы «Россия». Еще покажем.